Сейчас будет серьезный брод. Артем, догони вот того на желтым кузовом. Желтым кузовом того догони, подрежь. Панда. Блин, какие запахи просто. Весна. Это бомба. Так, прицепили. Так он там сам бы проехал, елки, нафига вы его прицепили? Еще и трос скрутили так. Ну, тут хорошо. Правильный брод. Намотали, наверное, на колесо. Стой, стой. Теперь намотали. Дельфин проехал. Бляхи помогают, видно. На бляхах мощнее проходимость, на блях. Проходимость лучше. А вот и Саня. Так, УАЗ по-суровому. Вовремя перестал копать. Хорошо едет, да? На обычных мостах, кстати. На усиленной полосе. Но все равно. Так, бородач кого-то тянет. Вову на додже. Ого. Ого, какая тут жесть. Жутковато. А, тут еще машина серьезная одна. Двери открывают. Скидывает баланс. Это жесть. Так, ГАЗ-63 едет помочь. ГАЗ-63. Ого! Ничего себе, поменялись тут. Да. Нет, буквально немного колесо вывешивается, и то второе уже не кушает. А я когда-то тут Lexus вынимал, вот он в этом месте где-то был, сидел. Они как всадник, да? Без головы. Так, Нива. Oh.
Он смотрит мой канал, видит, знает, куда ехать. Ты смотришь на слона канал, да? Смотришь на слона канал? А как ты знал, что там вправо надо? Не знаю. Ты сама? Тянет его, да? Наверно. Копает так нереально. Стой, не копай. Вот, здесь самое интересное. Да, вот это сюжет. Он спасает друга, видишь, дергает назад. Чтобы друг так не копал, он бы спокойно бы его и вытащил. Или назад едет. Да. Это нормальный разгон, взять в задней машине. Какой интересный сюжет. По одному спокойно проехал бы каждый сам. Интересный вариант. Колесо куда-то повернуто. По одному они дальше пройдут, да? Не, по одному же не так просто. Так, интересный пилот на Эльке. Очень жесткий. Пожалуйста, человек. Димон, помогай! Ну, лебедку зацепить. А Димон заранее пошел, видели? Попал в его яму предыдущую. Димончик, это яички не простуди. Да, вытаскиваем простым УАЗиком. Ну, почти простым. Да. Пошла вторая колонна. Сколько там машин? Связали. Я тоже думал, нормальная колонна. В ужасе люди. А он их дальше потянул? Это маленькая же, или нет? Нет, там нормально, пошли проверим. Там колея, Олег, давай, нет, там патроны. Валера, сиди по центру. Блин, как вода набирается. Там Элька едет, можешь останавливаться. Я же говорил, куда едет. Да нет, так не засчитывается.
Лево руль. Серьезный внедорожник. Колесо качнуть надо. Рано сглазил, блин. А Макс проехал там? Да. Да. Рыл так активно. Бля, жопки, Макс, ответь. Да, летом тут полностью сухо. В этом месте. Ездят легковые. Блин, красота нереальная. Все уехали. Тут недалеко, в принципе, прогуляемся, подышим воздухом. С погодой повезло. Так, тут бородач. Мы опять верхом на унимоге. Это он меня в болоте только не берет с собой. В поле берет. Шапка улетела. Стой, шапку потерял. Ух, красота. Так, мы настигли всех. Я же первый стоял. Так. Нормально едет. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. Хорош. Какая траектория необычная. Назад, да, больше, чуть назад больше. Хорош, давай коксу. Мне надо дальше назад, тут мостом упирается уже. Ты с ровными колесами вперед едешь по дереву, когда выйдешь, там уже повернешь. Жесткая советская техника. Влево руль попробуй. Все. По-моему, кардан сломал. Ну, было бы удивительно, если бы он работал бы. А ну, давай, давай. Нет, нет, работает. Дифференциал просто. Чуть не проехал. Выняли.
там лает. А тут хорошо. Влево давай, назад. Влево, влево. Там хорошо, да. Хорошо, что туда не поехали. Моча. Моча. И тут лайк. Да, колес и машины мало, конечно. Надо еще знать, что с ними делать. Были бы жертвы здесь. Собака прошла брод нормально. Ныряй. Да, правильный УАЗ с меньшими колесами едет намного увереннее. А смотри, какая торпеда, блин. Безопасности, то есть. Ого! Ну, мягкая торпеда, чтобы уже не убиться, блин. Ну. Тут торпеда стоит дороже, чем весь мой УАЗ, наверное, и сиденье. Сиденье BMW, блин, ну вот просто. С подогревом. С подогревом, да? Да. Работает? Нифига себе. Когда очканешь сильно, то все подогревает. После унемога тут. Круто. А где Витя? Витя где? Где? Тут закопался так, что шансов вообще никаких. А ты? А ты мог ехать сейчас на хорошей проверенной машине. А так как лошара на заднем сиденье в духоте. В духоте. Открой ему хоть люк, блин. Мне стыдно, Роза, говорит, да? Я тебе говорю, что, блин, это была ошибка, блин. Ой. А, вот он упал. Да, да. А закрывать теперь как? Все. Закрывать теперь неделю надо. Подожди. Это не надо делать, это не надо делать. Ты знаешь, он первый раз? Он? Да, сейчас бампер будет лететь в УАЗ, блин. Проверяем крепость УАЗа. Думаю, что осталось жить УАЗу 3 секунды и 3 десятых. Крепкий. Ты понимаешь, что ты продал хоть? Ты понимаешь, что ты продал? Звезду. Чуть-чуть тюнинга надо было и все. Это нереально. Это нереально. Я думаю, что даже у немог порвет стропу и не вытащит. Серьезно вам говорю. Это нереально. Это нереально. Но у вас очень крепкий. Вообще ноль, да? Протестировал, ну конечно. Давай разворачиваться, ребятки. Макс, давай ребятки. Ты возьми, зарой тепловоз в землю и попробуй вытащить. Примерно то же самое. Так, друзья, едет серьезный автомобиль помочь первокласснику начинающему. Так, отходите, потому что сейчас что-то может прилететь, блин. Давай. Тут шансов. Давай.
давай. Сейчас что-то прилетит. Этот. Димон, спрячься куда-то, там ты опасно стоишь. Так, я за УАЗом спрятался, за Макса. Миша, мосты не сломай! Лебедка без пыль. Макс, наверное, это. Макс! Ничего не будет. Оторвали. Называется «Прощай». Блин, газик сила. Вытащил. Вот это мощь. Да. Колесо надо качнуть переднее. Качнуть переднее надо колесо. Сильно очень газуешь. Если бы не газовал, то было бы легче. Поехали! Пилот очень серьезный. Пилот просто жесткий вообще, да? Пилот жесткий очень. А он дрифтом, да, занимался или этим чем-то? Или драгрейсингом сначала, нет, наверное? Нет. Бородач, я тут пройду! Бородач, я тут пройду! Давай. Как они тут застреют, посмотри! Подбрасывай свой квадрокоптер. Я думал сначала, что это Макс стреляет. Думал, Макс из люка? Ну, а Макс? Два Макса, а третий за рулем, да, или что? С этими передаточными числами можно УАЗ твой назвать Boring УАЗ. Как-то? То есть Boring Company у Теслы. Илон Маск. Boring УАЗ. Типа скучный просто. А что, Сэм едет? Рыбки! Слышишь, вы как сиамские близнецы в люке, блин. Там... А у меня такое ощущение, что я в Европе, знаешь. Я ничего такого не знаю. О, мне кажется... Европейцы! Проехал. Да. По жесткому идет. Четвертое, пятое, шестое, седьмое. Буду тут блять, что делать. Двойной бочковой узел. Подъезжай, Паш, надо затянуть. Они руками сейчас порвут. Да, бугаи нереальные, да? Давай дальше. Миш, да, сюда за проход затянет. Сейчас. Не плохо. Знаешь, как мы делаем? Подожди, Паш. Держишь, Боди. Давай по чуть-чуть. Давай, давай. Давай, Паш. Еще. Держи, не пугай.
камеру. Еще чуть-чуть. Камеру. Еще натяни, Паш. Хорош. Не развяжется? Нет. Давай затянем.